Автопарк Министерства внутренних дел Абхазии обновился 10 новыми автомобилями, которые поступили в рамках договора между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о союзничестве и стратегическом партнерстве. Согласно пункту поэтапного повышения материально-технического обеспечения органов внутренних дел Абхазии, денежного довольствия и социальных гарантий работников органов внутренних дел Республики Абхазия. Данные автотранспортные средства будут переданы в служебное пользование подразделениям Министерства внутренних дел Республики. Специалистами отдела связи, спецтехники и автоматизации автомобили оборудуются специальной сигнальной установкой, средствами связи и видеофиксации. В текущем году ведомственный автопарк планируется расширить на 70 единиц и 60 служебных автомобилей поступят в 2022 году.